Определенно. Главное, там не залез купаться. Нет, ну тут вот видишь. Солёна говорит, озеро, процедуры. Определенно. Ай, эта дурышка летит на меня. Расслабляется. Чё, я вроде расслаблена, эта девушка поскакала. Говорит, глязь солёная. Полезная, догон, у тебя хвост плавает, ты в курсе? Говорит, а чё? А чё, как бы, вы против плавающего хвоста имеете? Ты там расслабляешься? Эй, а ты... Меня тут комары заедают, а вы расслабляетесь. Фу. Говорит, а нас не кусают. У нас шерсть. Ты нашла грязь лечебную? А это что, лежит просто? Что ты угораешь? Ну, фотки не прогружаются, еще интернета не хватает. Ужас, сейчас его кормят. Смотрю, у него на щеке какая-то шишка. Лёш? Где это он так успел? А он, походу, как коньяк полный, чуть яхнул. Бедный ребенок. Дагон пошел дальше водоплавать. Он решил окончательно стать водоплавающим. Видишь, дзен собака. Ты поняла? О, да. Дзен собака. Потом скинешь фотки. Да, да, тут не фотки, тут видос на 4 минуты, как моя дзен собака дзенирует. Это не дзен-собака. И она не дзенирует. Она просто носится. Убежал. Все, короче. Тут и сказочки конец. А кто слушал, молодец. Он там дальше пошел лазить по кустам с неизвестной целью.